Привет, друзья! Давно уже хотела снять парфюмерное видео об бюджетных ароматах Брокарт, а конкретно сегодня пойдет разговор о вот такой вот серии из четырех ароматов итальянской тематики. Франко Ферретти называется. Все я приобретала на сайте Wildberries. Мне нравится, что уже на следующий день я могу получить их в пункте выдачи. И сначала я приобрела вот такие два, по отзывам именно ориентировалась. Довольно-таки нахваленные были. И немножко позднее я купила еще два, чтобы собрать полностью свою коллекцию. Ароматы бюджетные, в районе до 350 рублей их можно купить, а бывает и по хорошей скидке можно в районе 200 рублей купить. И плюс здесь большой объем, 100 миллилитров. И вообще каждый аромат, он имеет свою историю. Каждый аромат хорош по-своему, и кого интересует познакомиться с серией Франко Ферретти от Брокарт, оставайтесь со мной и давайте сразу приступим. Все ароматы выглядят идентично, отличия здесь лишь в цвете, в названиях ароматов, в узорах, которыми украшены упаковки. Сейчас мы посмотрим, как выглядит каждый флакон. И более подробно поговорим о каждом. Вот так вот красиво выглядит Сиеста зелененькая. Следующая у нас идет вот такая вот янтарная жидкость в такой желтой, оранжевой упаковке. Называется «Мода». Далее голубая упаковка Мурано. Сейчас мы все посмотрим. Особенно мне приносит вообще удовольствие даже просто иметь у себя в коллекции такую красоту. Розовая упаковка Джелато. Вот такая вот тоже красивая упаковка с замечательным флаконом. Давайте сначала просто их рассмотрим. Это довольно-таки качественное стекло. Посмотрите, какая красота. Объем у каждого аромата 100 миллилитров. Довольно-таки большие такие бадьи, которых вам хватит на долгое время. Крышки выполнены из пластика. И горлышко выполнено в виде такого резного ободочка. Франко Ферретти Мода. Давайте обсудим этот аромат. Сначала посмотрим такую вот красивейшую коробочку с такими замечательными узорами. И углубимся в описание аромата. Это у нас аромат Мода. В Италии считают, что стиль есть во всем. Он от бесценных произведений искусства и высокой моды до самых обычных повседневных вещей. Стиль складывается из образов, вкусов и ароматов, которыми мы наполняем каждый свой день. Жить в итальянском стиле значит не искать особенного повода, чтобы добавить в свою жизнь что-нибудь красивое. Что-нибудь приятное, что-нибудь волнующее. И вот, например, именно «Мода» переводится как «раскованная элегантность Милана». Итальянская мода – это соблазнительная игра, а не свод строгих правил. В аромате «Мода» объединились небрежная элегантность миланских подиумов и спонтанность уличного стиля. Нежные белые цветы с нотами черной лакрицы напоминают о темпераментных героинях классических фильмов. Яркие фруктовые краски будто взяты взаймы у средиземноморского леса. Аромат открывается взрывной волной фруктов,
Терпкая сладость мандарина смягчена сливочным вкусом спелого персика. В сердце композиции жасмин и флёр д'оранж – символ любви. Цветы раскрываются изящным тонким ароматом. Анисовый тон лакрицы придает остроту. В финале благородный древесно-ванильный шлейф с едва уловимым ароматом пралине. Парфюмер Анарин Блан. Вот такой вот красивый у нас флакон, не менее красивое описание к нему. И сразу хочу сказать, что мода мне из всех четырех понравилась больше всего, и я могу этот аромат поставить на первый план. Сейчас я пшикну, чтобы напомнить себе, как звучит этот прекрасный аромат. Сразу я ощущаю такие очень спелые, даже, можно сказать, переспелые персики. Цветы апельсина, ваниль, жасмин, даже вот персик переспелый и жасмин, они как-то вместе все переплетаются. Аромат очень красивый, я люблю его носить в любое время года, под любое настроение. И даже так сказать, что этот аромат, он придает заряд энергии, настроение, сразу поднимается от него. И аромат очень согревающий. Также очень красиво выглядит оформление, наклейка, которая замечательно приклеена. Такая шуршавая поверхность. И крышка, она имеет красно-оранжевый цвет, таким золотым отливом, чистое красивое стекло. Аромат подойдет, как мне кажется, для офиса, для бытовых занятий. И вообще я могу назвать его повседневным. Для меня это аромат, повторюсь, аромат настроения. И его можно носить везде и всюду. Относится он к цветочно-гурманскому. Ноты здесь персик, мандарин, красные фрукты, цветы апельсина, лакрица, жасмин, ваниль и пралине. Все ароматы, которые сегодня я буду обсуждать, они выпущены в 2018 году. И купить их лучше всего и выгоднее, как мне кажется, на Вайлдберрисе. Аромат Джелато для меня это аромат не менее красивый. По-детски яркое удовольствие от вкуса. Здесь парфюмер Патрис Мартен. Джелато – это традиционное итальянское мороженое ручной работы. Оно ярче на вкус, ароматнее и немного теплее, чем обычный пломбир. Плотные, будто шелковые шарики в хрустящей вафельном рожке долго не тают, сохраняя нежную текстуру и соблазнительный вид. В аромате джелато запечатлен классический сливочно-ореховый вкус итальянского десерта с вкраплениями миндаля, ванили. Вначале аромат сливочная... В начале аромата сливочная мягкость уравновешена едва уловимым мятным холодком, а цитрусовая цедра легко покалывает нос. Еще чуть-чуть, и мороженое можно будет почувствовать на языке. В шлейфе обволакивающие молочно-сандаловые ноты в обрамлении теплого мускусного облака. Когда я впервые услышала этот аромат, то подумала, это печеньки, мороженое в печенье или какой-то шоколадно-ореховый десерт с глазурью. Аромат сладкий, но в то же время
И также я могу, в принципе, сказать и обо всей серии, что словно ароматы полупрозрачные. То есть, что я имею в виду? Они хоть и вот такие вот сладкие, и при этом они все повседневные. Сам аромат, он не густой, он сладкий, немного освежающий. И мне кажется, он идеально подойдет, например, на лето, потому что здесь есть такие мятные нотки, которые очень-очень освежают. Шлейф у аромата есть, и нотки постепенно здесь раскрываются. Сначала мы можем ощущать. Для меня это аромат... Сейчас я его нанесу. Здесь я ощущаю молоко, сливки. Даже, наверное, мне здесь ощущается, слышится нотки то ли клубники или каких-то вот ягод, но они все смешаны с мятой, они смешаны с мандарином, и все это так вот нежно переплетается и также придает настроение этот аромат. И я и могу назвать его также повседневным, бытовым. Он никак не будет вас душить в жару, например, потому что здесь есть мята. И, в общем, мне этот аромат очень понравился. Нотки, входящие в аромат, это мандарин, мята, ванильное мороженое, молоко, сандал, сливки и мускус. Аромат сиеста уже в зеленом оформлении. Зеленый крышечкой вот такой красивой. Отличается здесь опять же узор. Сиеста – это поэзия среднеземноморской жизни. Аромат сиеста собрал в себе запахи цветущей природы Средиземноморья. Бодрящие ноты апельсина и бергамота, душистое разнотравье, свежесть морского бриза придают сил на весь день, а нежные цветочные запахи настроят на предвкушение вечера с дружескими посиделками и долгими прогулками по прохладным улицам. Начало аромата – это сочные, налитые солнцем плоды цитрусовых в густой листве апельсинового дерева. Сквозь горьковатые тепкие ароматы зелени проступает манящий шлейф, разливается мускусный, завораживающий анималистический запах. Парфюмер Николай Королевич. Сейчас я его также нанесу. Сначала я хочу рассказать, какие сюда ноты входят. Апельсин, зеленые листья, зелень, жасмин, розовое дерево, фрезия, иланг-иланг, флер-д'оранж, мускус и анималик. Или анималик. Этот аромат я протестировала на себе первым. И пока что я его берегу для теплого времени года, потому что это зеленый чай с жасмином. Также мне очень хорошо проступает здесь иланг-иланг. И все вот эти ноты, они, мне кажется, идеально подойдут для летнего времени года, когда хочется чего-то легкого, прозрачного, освежающего. В общем, вот этот аромат, он для меня пока в ожидании теплого времени года. Далее Мурано. Это синий такой флакон с ярко-синей крышечкой. Мурано – тайна, застывшая в искусство стеклодувов с венецианского острова Мурано сотни лет. Украшая стихию, мастера превращают раскаленный песок в фантастические ландшафты и сказочные растения, застывшие внутри стеклянных бусин. Аромат Мурано вдохновлен поединком огня и воздуха посреди
глубокой воды. В нем объединились прохладные водные ноты, невесомые оттенки цветов и горячая ярость пламени, в которой рождается волшебство. Аромат открывается акватическим аккордом со сладко-горькими каплями цитрусового сока. Вода приходит в движение, томительными волнами накатывают запахи жасмина и сочных красных фруктов. Будто под гладкой поверхностью стекла расцветают нежнейшие фиалки и ирисы. В шлейфе аромат переливается оттенками влажного дерева и согревающей амбры. Парфюмер Пьер Флёр. Сюда входит розовый грейпфрут, дыня, цитрон, жасмин, лотос, кедр, морская вода, белая амбра и ирис. Пробовала уже носить этот аромат в холодное время года, но все-таки, опять же, мне кажется, он больше подойдет для теплого времени года, потому что это акватический аромат, и он будет неплохо себя вести уже где-то весной, когда выглядывает уже солнышко, температура воздуха повышается, хочется чего-то такого освежающего. Сразу нахлынывают мысли о морском побережье, об отдыхе где-то около моря, где горячий песок. И вот этот аромат, он именно навевает у меня такие ассоциации. Подводя итоги, хочу сказать, что ароматы достойные за такую небольшую стоимость. Вся линейка меня впечатлила. Я пользуюсь большим удовольствием.